привет, друзья! Меня зовут Варя Саранцева. И сегодня я вам покажу детский игровой набор «Маша Доктор». В этой коробочке очень много интересных штучек. Но прежде чем я открою эту коробку и покажу вам, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео, а то вдруг потом забудете. Ура! Начинаем распаковывать! Да, собирается. Вот такой вот у нас получился чемоданчик. Теперь сама наша доктор. Так-с. Ножницы, мне нужны ножницы. Вот такая вот у нас получилась Маша. Постельный режим. Теперь вытаскиваю Машины принадлежности. Ножнички, градусник, штучка, чтобы проверять ушки Мишки. Если вы знаете, как вот эта вот штучка называется, напишите мне об этом в комментариях. Так-с, это лед, чтобы прикладывать к больным местам. А вот это микстура для Мишки. О. А вот это фонодоскоп. Вот так вот прикладываем к сердечку и нажимаем. Так, да с этим набором нам не нужен доктор Бэйби. Да с этим набором нам не нужен доктор Айболит. С ним Маша может вылечить любых зверюшек. Мишка, что у тебя болит? Я тебя не понимаю, Мишка. Давай я тебя послушаю. Мне кажется, тебе нужно сделать укол. Может быть, тебе выпить ложечку микстуры? Давай мы померяем тебе температуру. Там сколько должно быть? Ох, да у тебя низкая температура. Может быть, тебе чай с медом? Сейчас, погоди минутку. Друзья, как вам такой набор? Мне очень понравилось с ним играть. Вы любите мед? Если да, напишите цифру 1. Если нет, напишите цифру 2. Посмотрим, сколько у нас лодкоежек. Ставьте лайк, если вы рады за Мишку. Подпишитесь на канал, и он вообще никогда больше не будет болеть. И я буду очень рада. Скоро очень много новых видео. А пока, пока-пока!